Когда-то этот поселок был любимым местом отдыха петербургской аристократии. А сегодня зеленые массивы и чистый воздух доступны всем жителям парголовских новостроек. Это наше Парголово. У нас тут все рядом. На маршрутке 20 минут до метро «Проспект Просвещения», а благодаря КАТ и Выборгскому шоссе легко доехать до любого места на севере города. Пробок на выезде нет, зато есть много бесплатных машиномест для парковки. На электричке от станции Парголово всего 25 минут до Финляндского вокзала или 15 минут до пляжей курортного района. Посмотрите, какой у нас лес. Когда мы хотим погулять, мы идем за черникой, благо до черничника рукой подать. Кстати, рядом знаменитый Шуваловский парк. У нас очень удобно заниматься спортом. Есть свой фитнес-центр с тренажерным залом и большим бассейном. Мы как город в городе. Вышел из дома, и рядом поликлиника, кафе, магазин. А если понадобится что-то серьезное, то до ленты 10 минут на машине, и строительные рядом. Наш микрорайон – это идеальное место для семей с детьми. Здесь как-то спокойно. Работают два детских садика, есть школа и еще одна строится. Парголово было всегда обособленным миром малоэтажной премиальной застройки. Эта атмосфера сохраняется и сейчас, несмотря на то, что рядом с коттеджами появились современные многоэтажные дома. Цены пока не кусаются, стоимость квартир начинается от 2,7 миллионов рублей. А еще по вечерам у нас поют птицы. И да, это все у нас в Парголово.